красного ринга. Кандидат мастера спорта Владислав Огорельцев. Он представляет Таганскую академию. Академия Северного университета. Боксер 19 лет, 4 года занимается боксом, 74 боя, 60 побед в его активе. Владислав Огорельцев, победитель турнира «Невская звезда» в Санкт-Петербурге и призер на первенство Северо-Запада Федерального округа России прошлого года и международных турниров Республики Беларусь. Постоянно тренируется у мастера спорта Гладкова. Синий угол ринга, к продолжению боя готовится кандидат мастера спорта Алик Стоян. Он представляет Воронежский государственный институт физической культуры. Боксеру 22 года. 3 года боксерки старше Алика. 38 боев и 25 побед в его активе. Алик победитель чемпионата города Воронежа прошлого года. Постоянно тренируется под руководством мастеров спорта Литвинова и Бортникова. Алик Стоян, Воронеж, синий угол. Рефери этого боя, судья международной категории Юрий Домашев, Курск. Вторую пару будет судить бригада судей в составе рефери. Сергей Бондарь, боковые судьи. Первый столик Юрий Домашев, второй Алексей Павлов, третий Сергей Першин. Четвертый Шамиль Курбанов,
105-й Александр Федорович. Вторая пара готовится к выходу в ринг. Это весовая категория до 69 килограмм. Игорь Рожимин, Сергей Лубкович. Напоминаю, вторую пару судей, бригада судей в составе рефери Сергей Бондарь. Первый столик Юрий Томашев, второй Алексей Павлов, третий Сергей Першин, четвертый Шамиль Курбанов, пятый Александр Федорихин. А вот он, по единогласному решению судей, победу одержал боксер из красного угла и стал Огарельцев.